Вы посещаете Азербайджан не в первый раз, но впервые с государственным визитом. И этот визит имеет исключительную важность для наших двусторонних отношений. Мы с вами сегодня уже обменялись мнениями и выразили удовлетворение тем, как развиваются отношения между нашими странами, отношения между друзьями, соседями и союзниками. По всем направлениям мы видим позитивную динамику. Состав наших делегаций тоже очень иллюстративно говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения и взаимодействия действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год. Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям и уверен, что ваш визит будет очередным важным шагом в деле сближения наших стран и народов. Еще раз добро пожаловать. Совсем недавно, 10 дней назад, прошла межправкомиссия, которая констатировала развитие наших отношений и не просто констатировала, но отметила, что мы в полном объеме выполняем наши договоренности, которые были прописаны в соответствующей декларации 2022 года и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе вашего визита в апреле текущего года. Но вот такая работа в таком широком составе дает возможности наметить шаги на ближайшие перспективы и на будущее. Нам сейчас удалось, хотя называется это в узком составе, но пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера. Нам предстоит еще подписание соответствующих документов. А коллеги имели возможность и вчера вечером, и так же, как и мы с вами это сделали, в неформальной обстановке, и сегодня в течение дня уже между собой пообщаться и наметить шаги на ближайшую перспективу. Так что вам большое спасибо. Представителям прессы тоже.